Хочу поделиться с вами опытом выполнения упражнений для борьбы верхом. Перед этим я вам показывал петлю, через которую я делал упражнение на круглый квадратный пронатор. Сейчас выполню упражнение на круглый квадратный пронатор с помощью этой петли. Тем не менее, укажу вам основная задача этого упражнения, как его выполнять правильно и чему оно служит. Вставляем руку в петлю, при этом делаем вот таким образом. Вкладываем сюда большой палец. Тем самым во время выполнения упражнения его немножко оттопырим вот так вверх. Чему это служит? Это служит тому, что у нас кривая, по которой идет у нас веревка, от центра немножко удалена. Нам немножко, естественно, будет тяжелее это выполнять. Ну, прежде всего, такая наша задача. Встаем возле половинки стола или целого стола. Прикрепляем веревку кверху, трос кверху. И выполняем это упражнение вот таким образом. Направляя целое движение к подбородку. Чем отличается это упражнение от предыдущего? Прежде всего, что при выполнении этого упражнения включаем грудь как стабилизирующий элемент, элемент, который нам не позволяет, чтобы наш локоть отходил от тела. Это очень важно. Мышцами квадратного и круглого пронатора выполняем движение кисти внутрь. Вот таким образом. Интересный очень элемент. Мышцы спины в данном упражнении практически не работают. Но обязательно должны работать мышцы груди, которые являются удержателем вашего плечевой кости, плеча, не дающие возможность отходить ему в бок. При этом до половинки стола или до стола встаем под углом 45 градусов. Нога руки, которая выполняет это упражнение, можно ее ловить вокруг ножки стола или поставить ее плотненько таким образом, чтобы ваше тело тоже являлось как бы упором к этому столу, не давало возможности вам перегнуться через этот стол. И еще раз. Петля. Палец укладываем таким образом, чтобы у нас был радиус больше. Устанавливаем ногу таким образом и выполняем упражнение. При этом следите, что если вы выполняете только вот такое движение, не можете выполнить оборот, то советую вам приступить к первому упражнению, которое я показывал в предыдущем фильме, и выполнять сам оборот кисти для того, чтобы укрепить мышцы круглого квадратного пронатора. Все.